На видеосвязь с полномочным представителем главы государства вышли все руководители южных субъектов, в том числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Федеральный проект по формированию комфортной городской среды стартовал в прошлом году. В 2017-м только в ЮФО благоустроили около 500 общественных территорий. В этом году на юге страны участие в программах принимает в 1,5 раза больше муниципалитетов. Хочу напомнить о поставленной президентом Российской Федерации цели в его программных указе о национальных целях и стратегических задачах развития. Это кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза. На сегодня, если посмотреть столичные города наших регионов по данному индексу, только в Астрахани, Краснодаре и Симферополе имеется удовлетворительное качество городской среды. За прошлый год на Кубани привели в порядок больше 40 общественных территорий и почти 200 дворов. Работы по благоустройству велись в 22 районах края. На 2018 планы еще масштабнее. Уже сегодня к реализации проектов приступили в 28 муниципалитетах. В остальных работы начнутся не позднее 10 октября, заверил Вениамин Кондратьев. В этом году у нас будет уже 92 объекта в 41 муниципальном образовании. Может быть, конечно, мы слишком завысили свою планку, но я вас заверяю, что невзирая на то, что мы заявили, что 41 муниципальное образование благоустроит свои общественные территории и дворовые, мы посредством, еще раз подчеркиваю, жесткого плана графика держим на контроле каждый муниципалитет, еженедельно идет отчет, и мы уверены, что мы со своей задачей и с денежными финансовыми средствами, которые предусмотрены на эти цели, мы справимся, то есть они будут освоены. На совещании полпред президента в ЮФО также озвучил итоги всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды в малых городах. На юге страны победителями стали сразу 4 населенных пункта, в их числе и город-курорт Геленджик в Краснодарском крае.